Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Local Game. Продолжаем прохождение GTA Vice City. И нас ждет очередная... Ух ты, какая цыпа, это очередная миссия. Сегодня мы вроде бы работаем на полковника Кортеза, если я не ошибаюсь. Кошмар. Так он вчера нам звонил, да, по идее. Кортез, да, какой ошибаюсь. Так, и у меня, короче, знаете, что произошло? А у меня угнали этот мой мотоцикл. Пошел сохраняться, закажу сохраняться. Смотрю, выхожу, а мотоцикла нет, своровали. Представляете, теперь я без мотоцикла. Эх, добираемся до Кортеза. Вот такие хулиганы тут. Видите, живут. Что это за звук? Это листва так шумит. Давай, 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 давай. Кстати, знаете, тут есть небольшой скрытый контент, когда долго бегаешь на спидфорсе, можно так сказать, на ускорении, знаете, шифтом, то у тебя качается выносливость, да? Вы не представляете, выносливость в GTA Vice City, представляете? А это в San Andreas, если кто помнит, было. Типа, а тут, короче, такой скрытый, знаете, такое улучшение, я не знаю, вот почему они скрыли это, но вот такой вам факт. Что, в принципе, когда мы долго бегаем, он у нас, по идее, со временем сам прокачается, вот. Так, забираем еще один, конечно, пистолетик. Нам бы дигл бы вообще бы найти, бы вообще бы шикарно было бы. Так, а тут мотоцикл же есть, да, вон мотоцикл стоит, поедем на мотоцикле. Наверное, самый... Сети, полковник. Спасибо, что зашли. Садитесь, лобстера хотите? Нет, спасибо. Мне неприятно сообщать, что одной из причин наших общих проблем, похоже, стала развязанность языка человека, которому я доверял. Я многие годы забочусь о Гонзалесе, но его некомпетентность достигла новых высот. Это хорошо, что если вы убьете Гонзалеса. Это он сделал это. Меня волнуют только деньги. За вашу доброту я вас вознагражу, и потом мы вместе найдем ваши деньги. Он будет в своем пентхаузе, полупьяный. Воспользуйтесь этим, и я щедро вас вознагражу. Сколько вообще были... Сколько денег было в этих... двух чемоданах? Так, нам дали бензопилу, отлично. Так, и дали людей, типа, знаете, протестировать на них. Вот, ну мы попробуем эту миссию подспидранить. Я, кстати, что хотел сказать... Перед тем, как началась касцена, вот тут будет одна миссия сложная, прям для меня очень реально сложная. Перепрыгивание через трамплин. Если кто помнит, обязательно пишите. Я не знаю, я прям, но у меня, когда я дойду до нее, будут очень большие проблемы. Что-то там фантазер какой-то, если честно, был. Фантазер. Ты меня называла. Томми Версети. Ты ж меня называла. Кстати, тут еще один пакетик на парковке спрятан. Надо будет как-нибудь, не знаю, ролик типа посвятить, где находятся все скрытые пакеты. Показать вам. Так, и эту миссию реально сейчас можно подспидранить, потому что он когда от нас убегает, он убегает от нас очень далеко, но мы в тот же момент можем спрыгнуть. Ну, я сейчас попробую типа сделать, не знаю, кто, конечно, много играл в Vice City, то вот, в принципе, знает, что как его можно подспидранить этот уровень, что быстренько спрыгнуть с балкончика и убить его бензопилой. Но у меня раз через раз, я помню, получалось это. Ну как раз через раз, вообще один раз вроде получалось спрыгнуть с балкончика и убить его бензопилой. Так. Так, и тут, кстати, звезда находится. Ага. Давайте сразу бензопилу возьмем. Да, вот так, кстати, прыгнем. А ну-ка, писюн, иди сюда. Я сейчас, правда, могу ошибиться, вот реально. Балкончика не успеть спрыгнуть. Я сейчас заткну этот ваш большой рот. У него нож. Какой нож? Это бензопила. Хватит бежать, толстая свинья. Прочь от меня, подонок. Давай, 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 иди. Чё?
Ну я же как? Иисус, как? Я испоганил свою жизнь и лицо. У него кровь. Не двигайся, все будет быстро. Постой, Гонзалес. Так, вы шо? Шо прошивцы? А ну, блин. Блин, мне надо догнать его. А ну-ка, иди сюда. Блин, я так догоню, не догоню его. Я заплачу вам вдвойне, Томми, вдвойне. Стойте. Хватит скулить, это никого не трогает, толстяк. Стойте, мужчина. Вы спидране говорил я, да? Отлично. Так, теперь пойдем быстренько. Это что, выдохнулся? Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас от одной звезды избавимся мы сейчас. А, в принципе, с одной звезды у нас она сама собой, короче, пропадет. Вот представляете, нас сейчас арестуют. Вот это будет эпик вообще, если честно. Опа. Где, где? Блин, подождите. Кстати, блин, они сейчас на мотоцикле реально могут. Нет, 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 дядь, ты шо? Тихо. Пойдемте. Валим отсюда. Она сама собой, кстати, пропадает. О, а мы тут это можем взять. Знаете что? Блин, а где мина? Мина. Граната. Дальше, да, была? Задание выполнено. Отлично. Так, тут, не тут мы? Гранату я уже забыл. Я реально забыл, где мы, блин, миссию выполняли с гранатой. Где-то же тут недалеко. Ну тут же, да, была, да? Нет, не тут. Еще ладно. Так, подождите, а у нас сейчас звонок будет нам поступать, либо нет? Угу, и я нашел где. Я как раз гранатку возьму, может и звонок поступит нам, посмотрим. Угу. Гранатка, в принципе, всегда пригодится нам. Ну что, ребят, вот такой был. Правда, не получилось спидранить нам уровень. Но все-таки мы его прошли. Давайте, с вами был Лайко. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока.